У меня тут интересная новость о том безумце по прозвищу Носорог. Судя по всему, вчера он чуть не сбежал из своей камеры на плоту. Вам интересно, как? Ну, никто не дал нам на это ответа. Но меня заверили, что его перевели в более надежную камеру. Конечно, не эксперт по тюрьмам. Но разве суть? Этого учреждения не в том, что это и есть самое надежное место. Он же 300-килограммовый маньяк со сверхпрочным рогом. Если у вас есть надежная камера, почему он не был в ней? Эти камеры не из дешевых. Если Фелиции нужны деньги, откуда такая расточительность? Люблю, когда ты гоняешься за мной. Однажды я позволю тебя поймать, но не сегодня. Мяу. Черная кошка любит играть с людьми. Особенно со мной. Так, Пит, тут будь осторожней. Эта станция улавливает опасные химикаты. Ну, если точнее, она нужна для того, чтобы избавиться от них, если они когда-либо появятся. Чего, я надеюсь, не случится. Черт! Кто-то вломился и выкрал нестабильное ракетное топливо. И, похоже, они разбили контейнер, тут следы утечки. Судя по записям с камер охраны, они только что ушли. Надо вернуть топливо. Мои паукоботы еще в разработке, но это подходящий момент для теста. Их сенсоры уловят след химикатов. Лучше так, чем прыгнуть на вора сверху. Если он испугается и уронит гидразин, взрывом сметет квартал. Мне нужен тихий уголок, откуда я смогу управлять выпущенным паукоботом. Так, малыш, ищи вытекшие химикаты и осторожно собирай их, пока кто-нибудь не отравился. Этот малыш и соберет химикаты, и приведет меня к вору. Вор прячется в толпе. Разгоню их инфразвуком.
никого не покалечит, но раздражает на ура. Хорошо, что эта штука вредна только при длительном контакте. Ну или взрыве. А если... Вряд ли. След кончается. Он в толпе. Он убегает. Перехвачу паутину гранатой. Попался. А теперь вернем топливо. Есть. Теперь верну топливо на станцию. А мой паукобот очень помог. Придумать бы, как делать их подешевле, цены бы им не было. Слушай, я просто спасибо. Я вернул химикат на место, усилил защиту станции и послал Юре запись с камер для доказательства вины вора. Я молодец! Одна эта станция уже доказала пользу всей программы. Ее не должны закрыть, ведь химикаты теперь под надежной защитой. Привет! Я купила продукты в магазине. Не терпится увидеть, что ты приготовишь. Лечу. Попробую тебя удивить. Питер, ты не поверишь, что случилось. Помнишь адрес, что ты мне дал? Я была там. МДЖ. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место?
тот офис. Возможно, внутри есть что-то, связанное с Ли. Нужно вернуться туда. Что? Что это? Какой урод не убрал за собой? Наверняка Хэппи. Чуть крысу не прибил. Мартин Ли платит боссу? Да. Этого зверя мы создали для Ли. Ли финансирует проект босса. Все сейчас. Ри, иди сюда. Босс хочет с тобой поговорить. Хреново. Нужно проникнуть в тот офис. Босс разозлится, если заметит. Так на что босс тратит деньги, полученные от Ли? Что они строят? Это все для Ли? Ты ее пробовал? Осторожно. Это что было? Потихоньку. Это я от пыльцы такой нерв. Для чего нужны эти огромные колеса? Это что было? Где она? Я же тут ее оставил. Ничего. Похоже, крыса. Черт! Тут кто-то есть? Ничего, глаза мои меня не щадят. Ты что-то слышал? Эй, кто-нибудь возьмет еще пиво после этой смены? Что это? Какое-то военное оборудование? Офис должен быть справа от меня, но нужно действовать осторожно. Кажется, это важные бочки. Алхимакс. Знаком. А что здесь? Босс, не надо! Ли не заметит! Надгробие. Ты прав. Не заметил. Потому что нечего будет замечать. Босс, черт! Я сказал, что исправлю! Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Я разочарован. Мне нужен новый сварщик. Назад пути нет. Нужно проникнуть в тот офис. Эй, что это? Ну давай. Получилось. Ничего, похоже, крыса. Чертежи. БТР. Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная машина? Здесь должно быть что-то еще.
GPS-трекеры. Для чего они над гробью? Так, братва, уходим. Забирайте добро из офиса. Мне пора. Ладно, я хочу сказать, больше так не делай, но знаю, что ты все равно сделаешь. Так что... возьми с собой несколько. Класс. Спасибо. Ты же понимаешь, что надгробие почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я вот... без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится. Ну, хоть не пельмени. Ты ведь никогда мне их не простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали все здание. Ага, еще и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они были счастливы, что мы расстались. Да. Так. Давай обсудим, что ты нашел в офисе Ли. Ну, у Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но почему? Пока не знаю. Но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Я тут подумала... может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа, девушка-паук? Женщина-паук. Нет. Женщина. Не помощницей. Партнером. А... только не это! А! Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Хм, звучит знакомо. О, финдиректор Оскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? Куда мне ее лучше? Просто положи на диван. До встречи. Ага. Новая аватарка. Привет, это я. Карри отличный. Так что мы знаем о Чарльзе Стэндише? Посмотрим. Финансовый директор Оскорб. Больше 20 лет в компании. Не женат. Большая коллекция искусства. И если у него пентхаус в том доме, значит, он супербогат. Раз Ли охотится на него, он связан с дыханием дьявола. Я поищу что-нибудь в той папке. Дай знать, как найдешь. Думаю, Ли мог задумать что-то похуже, чем события в ратуше. Так мы теперь партнеры? Потому что очень похоже, что да. Партнеры! Хорошо звучит. Отлично. Пока, партнер.